Сергей Сухой. Две сестры бежали от войны. Две сестры бежали от войны. Свете восемь, Кате три всего лишь. Вот чуть-чуть еще и спасены. За холмом своим, а значит воля. Но рванула мина сея смерть. Позади идущих дым, нагадка. И один осколок долетел и ударил младший под лопату. Словно скрыть хотел преступный след, миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет, только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла. И котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою свалила. И откуда силы мне взялись, но она бежала и бежала. Лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела: «Нет, не надо!» Разносился крик: «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб, папу с мамой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Сестра за плечи увела с поля восьмилетнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из третьей роты. «Внученька!» Он только лишь сказал: «Как же я тебя не уберег-то?» И пилотки сняли все вокруг. Слезы по щекам бойцов катились. Девочку под воинский салют в братскую могилу уложили. В небесах закаты жгут костры, и ветра свои роняют вздохи. Словно тихо плачут две сестры искорки безжалостной эпохи.